Привет, народ. В общем, ну как бы у меня радостное событие. Нашел я себе нормальный станочек, ну скажем так, взрослый. Нашел себе взрослый станочек, давайте этот покажу. То есть нужно освобождать место под хороший станок, поэтому этот станочек буду продавать. В общем, станочек такой ТВ-16, ну, детского класса, скажем так, тащить на нем можно, но очень-очень-очень-очень слабенький. В общем, станочек у меня не на подшипниках шпиндель, на втулках скольжения. Дальше отсутствуют 2-3 шестеренки в гитаре, которые отвечают за продольную подачу механическую. То есть есть подача, но только ручная. Видите, да? То есть подача работает и продольная, и поперечная, но только ручная. То есть механическая подача не работает, потому как нет двух шестерен. 130-й патрон стоит, задняя бабка. Ну, в принципе, вот такой вот станочек на себя, от себя. Двигатель у нас вот здесь внизу, 1,5-киловаттный, трехфазный, подключен на 220 просто через набор конденсаторов, который находится вот здесь вот внизу, вот так вот. В принципе, если кому интересен данный станочек продается за, ну, за разумную какую-то сумму, продадим его, потому как просто нужно освобождать место. Я уже себе нашел и заказал хороший взрослый станочек, китайский, конечно, но тем не менее взрослый, большой и новый. В принципе, вот такие вот у меня сегодня новости. Если кому интересен данный станочек, пожалуйста, без проблем, думаю, договоримся. Ну, как бы отправлю, естественно, что по Украине, или же самовывоз. Ну, конечно, более предпочтительный самовывоз, чтобы вы пришли, включили, посмотрели, увидели, что вы берете, понравилось, забрали и уехали. В принципе, станочек не тяжелый, вдвоем мы его спокойно погрузим в багажник, и вы уедете. На сегодня все, пока-пока, увидимся.